Здоровья, друзья! Сегодня я обращаюсь к вам от имени тех, кто поет от боли. От имени тех, кто мурлычет и закрывает глаза, когда им страшно. Ребят, Денника подбросили к нам под забор, в коробке. Он перед вами, вы видите, в таком жутком состоянии. Ну, как сердце не дрогнет. Знаете, я всегда возмущаюсь, когда подбрасывают коробки. Но когда я в коробке нахожу вот такое измученное существо, которому необходима помощь, я всегда говорю спасибо Господи и спасибо тому неравнодушному человеку, который этого зверя, пусть тайком, но принес и поставил именно туда, где ему окажут помощь. Не все люди готовы выслушивать упреки, не все люди готовы, наверное, открывать свою доброту, я не знаю. Многие стесняются этому. Ребят, Денник, у него огромный абсцесс на щеке. Его пришлось вскрыть. Настолько все плохо. Плюс очень сильный ушной клещ. И плюс, ребята, инфицированный кальцивероз. К счастью, сдали анализы. Ни лейкемии, ни иммунодефицита у ребенка нет. Хоть это радует. Потому что сейчас животные попадают к нам через одного. То с лейкемией, то с иммунодефицитом. Это очень страшно, ребята. Мы не задумываемся. Но животные первые кричат о том, что мир на грани. Кошки почти не рожают, ребята, не задумайтесь об этом. Ведь все пополнение подвалов – это не дикие кошки, это тех, которых доброхоты выбрасывают из домов, из квартир. Но и они долго не живут. Лейкемия, иммунодефицит, кальцивероз – это бич наших животных сегодня. Исчезнут кошки, и нас с вами просто сожрут крысы. И никто не хочет об этом сейчас думать. По-прежнему относятся к животным, и отбрасывая их пинком. Вместо того, чтобы подобрать больное животное и срочно отнести его или в приют, или в клинику, чтобы не распространять инфекцию. Ребята, это очень важно. Но почему-то никто не бьет в набат. Здравствуйте. Сергей Александрович здесь? Здесь. Мы к нему на прием. Перед вами Денник.
который попал к нам. И который мурлычет, когда его гладят. Хотя выглядит он просто ужасно. Деннику сделали операцию, почистили свищ. А на нем несколько прокусов еще есть. Возможно, дрался или с другими котами, или с собаками. А кальцивероз просто ухудшил его состояние. Денник один бы никогда не выжил. Он уже на грани, ребята. И все, что мы можем с вами, это постараться помочь. Друзья, хорошие мои, у кого-то питомец лает, у кого-то мурлычет. Я обращаюсь к вам за помощью. Как всегда. Потому что одним нам никогда не справиться. Но и пройти мимо существа, что нуждается в помощи, ребята, мы не можем. Не можем. Ведь вы это сами понимаете, чувствуете сердцем. И я уверена, никогда бы не прошли тоже мимо. У скольких из вас куча животных дома. Этот канал, он объединил нас. И я благодарна вам всем сердцем за то, что вы здесь. Итак, друзья, у нас с вами новый ребенок. Его зовут Дэнни, это котик. И ему приблизительно 7-8 лет. Ну что, мои хорошие, спасаем